посмотрим этот момент. Севен возле мяча. Спас на этот скок. Там Ямуш набегал. И Гаврилович. Есть такие личные поклонники, родственники этого игрока. Вчера Алексей там полчаса отыграл за дубль. Дубль 0-0 сыграл между собой. А вот сегодня он появился в заявке. Дальний удар Юревича. Гаврилович... Климович, простите, это снова очень... не мог... Очень даже успешно подменяет Андрей Леончик. Старгородский на Балановича. Что придумают горняки? Балановича идет сам на коротке с Старгородский. Под удар Цеван в ближний угол. Гаврилович, Климович, простите, что же сегодня оговариваюсь. В случае вот эти 7 пропущенных голов в последних 3 матчах, это отличный повод понять, что можно Шахтёра забивать и нужно. Сейчас остается таким в Гомеле. Комаровский будет забрасывать туда наверх. Гаврилов не увидел, кто бил. Это Старгородский чуть ниже. Видели мы, что он действовал выше. Во всяком случае, вот на протяжении всего первого тайма. Теперь там много замен происходит сейчас в расстановке Шахтера. Старгородский убежал в смещение. И там 10 дней покоя ему прописали. Мог он сыграть в ответном матче против бельгийцев, но не... Нашлось маски, которую делают, в принципе, специально по заказу для контуров лица определенного человека. Но здесь вы все сами видели. Сергей Цинкевич указывает на точку. Идет к мячу. И Андрей Климович будет ему противостоять. У Сергея Кривца 9 голов. Он пока лучше бомбардирует. Берет Климович этот удар. Осипенко. Первый номер. В составе солигорского Шахтера справа номер 3 Сергей Матвейчик, слева Лютин и Евгений Романов. Четвертый судья Андрей Диваков. Инспектор матча Сергей Дмитриевич Витушка. А с мячом Андрей Цева на коротке с Балуновичем. Пас Осипенко. Там очень много, большая плотность игроков. Януш! С тем, чтобы попасть в медальную шестерку. И ух, какой удар сейчас был. От Старгородского. И здесь снова Бадаян уже на ближний к нам бровке. И снова удар с внешней стороны сетки. Во вратарской Бадаян. Площади. Классный пас какой получился у Комаровского. Зайн Бадаян слева. Ох, простите, нет, это не Бадаян, это Павел Ситко. Я сказал, что прежде всего это атака. В том, что команда не садится, даже когда счет в нашу пользу. И очень сильная группа исполнителей в средней линии. У Шахтера Гаврилов, браво! Показывала команда, и этот симпатичный футбол и привел к забитому голу. Галюза на коротке. Нет, простите, это вот был Галюза. Торсида солигорская. Цинкевич беспристрастен. 2-1. Бадаян. Один же Ситко. Может делать дубль. Простите, нет, это не Ситко. Геннадий Близнюк. Там лидирует борисовский Батей. Здесь без вопросов. Янушкевич выше. Юревич. Куда вышел Гаврилов, точнее, это не вина, скорее всего, Юревича, а все-таки Гаврилова, что он далеко покинул предел ворота. В руку же мяч попал, точка, здесь все справедливо. Андрей Климович, безусловно, герой сегодняшнего матча. Браво, Климович, браво! 2 пенальти взял.